Сделать каждый двор, сквер и парк современным и удобным. На это рассчитана федеральная программа формирования комфортной городской среды. Как она реализуется в Чувашии, обсудили на совещании в Доме правительства. Новые качели, спортивные тренажеры или парковка. Жители сами решают, каким будет их двор. В перечень обновлений уже по умолчанию включены ремонт дорог и тротуаров, установка освещения, скамеек и урн. Вот суть федеральной программы. В этом году она пришла в 9 муниципалитетов. На ее реализацию выделено около 310 миллионов рублей, 260 из которых – федеральные средства. Все проекты разработаны. Органы местного самоуправления у нас все обсуждения жителям провели. Протоколы собраний предоставлены. Мы эту работу отслеживаем. В принципе, и федеральный центр отслеживает непосредственно каждое муниципальное образование. Сегодня проектно-сметная документация изготовлена. Частично большая часть уже прошла государственную экспертизу и готовится к заключению договора. Планы на этот год – обновить 70 дворов и 14 общественных площадок, в их числе и столичные. Сейчас администрация Чебоксар организовывает торги и выбирает подрядчиков. 26 июня. Все дворовые территории включены в план график закупок. Конкурс на проведение строительно-монтажных работ будет объявлен 7-8 июля. Контракты планируем заключить до 15 августа. 30 октября все работы должны выполнить. Работа ведется и в остальных районах, и городах республики. Диалог с населением, с жителями, горожанами он должен быть. Иначе мы здесь ошибок много можем совершить, а последствия будут плачевные. Работы, которые предусмотрены по этому году, должны выполнить. И самое главное – следить за качеством выполняемых работ. Это очень важно. Отдельная статья – обновление муниципальных парков. На это выделено более 6 миллионов рублей. Сейчас подписано соглашение с 4 городами – это Алатырь, Шумерле, Канаш и Новочебоксарск. Татьяна Леонтьева, Расиль Мухаметов, Республика.